Друзьяшечки, всем привет! Здравствуйте! Добро пожаловать на четвертьфинал D-Max Quest! Добро пожаловать на озеро Тускан! Айзер Барчик, ассаламу алейкум! Бугустар бля, Азизи Гамбердиев, хамда мен Индира Мифтахова, біз чорек финалдамыз! Isuzu D-Max Quest! Узбекистандагы ягона эң котты квестлардан бірі! Мы в очередной раз посещаем места, на которые редко ступает нога нашего человека. А именно озеро Тускан, второе по величине в данной системе после Айдархуля. А если мы говорим о естественном происхождении, то и вовсе абсолютно единственное. Четыре сильнейшие команды продолжат игру и увидятся в полуфинале. А что будет происходить сегодня? Слушай, а в целом, я так подумал, у нас главный приз автомобиль, правильно? А у нас как-то всю эту историю ведешь ты, я, люди, которые к автомобилю, может быть, имеют меньшее значение. Слушай, я предлагаю вот как, мы с тобой увидимся уже завтра, а сегодня вместо меня с тобой первый этап квеста, первый этап 1-4 проведет Шерзот, который чуанягна капова. Что скажешь? Давайте. Человек тачка разбирается, да, человек я, очень да. классный. Я буду, конечно, скучать по вам, но... Я тоже буду. Да. Индира. Возвращайтесь. Увидимся, да, но я еще хочу сказать о языке такой момент, что для тех, кто все-таки есть те люди, которые не кто только присоединился к нам, бізге енді қосылғандар үшін айтып өтмекшіман, сіз Өзбекистандегі ягеоны ең тәтті квесті тамаша қылыпсыз. Біз бұл үшін Самавто компаниясыға миннатдорчылык білдіреміз. Тасаввур қылыпсызмы? Квесті қатнашу үшін 2200 та адам ариза ташлаған. Немеге бұл дәрежеде көп инсанлар қызыққыш білдірді? Сабабы бұл квест сарғузашларға бой. Лекин асосий сабаб бұл суперприз. Суперприз ісі дұққат Isuzu D-Max автомобилінің еңгі моделі 2023 ел моделі. Ва шында аташқаны тасауыр қылын 25-ші ноябр күні финал болып отады. Айнан шу күні шу еңгі моделінің презентациясы қан болады. Ва ғолып жамуа Isuzu D-Max автомобилінің еңгі моделінің 001-ні олып кетады. Бұндай суперприз үшін манымша хамы қаттышкен болады. Торты кіштен бұрат 209-ті жамуа башланғыш басқышты қаттышты башлады. Улардан бүгінгі күнге чорек финалге атеге 8-ті жамуа етіп келді. 8-тадан бүгін тортасыны талап оламыз. Тасавыр қылыапсыз бі қанчалик аламлий болады бүгін жамуалар тарк етіші. Кім болады білмейман, хаммаге омат тілемай, келіп біргелікті томаша қыламыз. Кім ярын финалге қолламы олады. Самавто компаниясы томанда ұйыштырылген ең котты Өзбекистандагы ягона квест Isuzu D-Max квесті давам етмақты. Ва біз 16-ті жамуадан 8-тасын талап олдик. Бүгін есі 8-ті жамуадан 4-тасыны талап олшымыз керек. Ва бүгінсілер білен кәмейіне Индира Мифтахова, хамда чоанені қопқағы тахалысы білен жат кілерген ютубер, блогер, Шерзот Жалалов! Ассаламу алейкум, мәне тұватты дейірмі бі? Бұл мама, қазір белешірген ікті жамау, бірінші белешірген ікті жамау, бұл Off-Road Travel, хамды Korea In жамауысы. Сіз өлі әтәрімейсі? Йоқ, таныштарымын. Бұл, бұл бұл Off-Road Travel жамауысы, хамды Korea In. Келі өлерді қазір тәкліп етамыз. Әлі өлі кей өтті. Чорай финал үшін сынов бұ эстафеті болып, ұнда қар бір жама азасы өз вазифасыны бажарады. Хамқорымыз Ипак Йолы банкыдан бірінші босқыч бұ мажонг ойыны. Ойыншының олдыда 20 рәсімлері білін өгірілген карточкалар бор. Карточкаларыны бір-ма-бір айлантырып, іштірокчы бір қыл тәсвірлер жүфілігіні топшы керек. Фақат екті карточканы бір пайтта өчіп ұшлап тұрыш мүмкін емес. Агер рәсімлер мос келсе, іштірокчы оларыны майдондан олып тәшлейді. Агер тасвирлар мос келмаса, уларны асыл холетіге қайтарады ва башқа жүфлікні очады. Ойын майдан бош қолгүнче давам етады. Шындан сон, халқалар деп номленген басқышке өтіш мүмкін. Икінші штрокчының вазифасы қозықларге 5-ті метал халқаны түшіріш. Хар бір қозыққа бітті халқа түшіріш керек. Агер штрокчы түшір олмаса, о халқаларды еғіп, қайта ұрынып көріші мүмкін. Кейін 3-ші жамо азосы Мегамикс компаниясы томонадан үштірілген мұсабақады эстафетаны давам еттірады. Іштірокчы кичік пиоле ярдамды челектан су олышы керек. Кейін идиш үстінге орнатылады. Оны бір қол білен, көрсетілген белгіден ұшлап тұрыш мүмкін. Іштірокчы пиоланы үстін үстіде, тұсықлар юлі орқалы олып өтіші керек. Кейін суны шише толгүнге қадар солышы керек. Шише ішідегі кәлітні олыш ва ұй ордамыда сандық құлпыны өчіш үчін. Оның ішіде жамуа сардарыге якуни сынау үчін керек боладыген қысым яшырынгер.
Ushbu qismni olib, jamoa sardori puzzle qismlarini joyidan ko'tarmasdan logotipli tasvirni yig'ishi kerak. Agar tasvir to'g'ri tuzilgan bo'lsa, jamoa sardori taxta ostidagi kalitni olishi mumkin. Uning yordamida sandiqni ochishi kerak. Uning ichida bolta bor va u orqali jamoa sardori arqonni uzib, o'z bayrog'ini ko'taradi. Bayrog'i birinchi ko'tarilgan jamoa g'alaba qozonadi va yarim finalga yo'l oladi. Offroad Travel, а вы готовы? Да! Итак, начинаем обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, начали! Уже результат бар. Битті результат бар. Offroad Travel уже результат бар. Бірінші жүфтілік бар карточкада. Ариода уже бірінші жүфтілік бар. Кореин тоже уже! Объединила две карточки. Инде тоже. Ага, еще одна пара. Корейн уже немного вырывается вперед. Offroad Travel тоже уже еще находит две одинаковые карты. Хозырчи, умный ход холда. Мы видим, что Корейн вырывается еще вперед и остаются две последние карточки. Переворачиваем и смотрим одинаково они. И Корейн заканчивает первый этап. Лекин Харин, бешенцы. Тут попадание, три кольца, но мы видим то, что Корейн вырывается вперед. И мы видим уже третьего участника. Offroad Travel, мы ожидаем вам удачи, сконцентрируйтесь максимум. Мы идем немножко вперед, чтобы посмотреть, как выполняет задание наша участница с команды Корейн. Аккуратно спускаем, вам важна каждая капля. Молодец. Offroad Travel, давайте молодец. Мы с вами еще одно кольцо. Надо постараться. Мы видим, как Корейн просто уже идет вперед. Прям в точку. Молодец. Вы видели, как она это сделала? Не могли двоили, среди меня еще ухаз. Это длинные пальцы. На торт вал, да? Капитан команды Offroad Travel тоже приступает собирать пазл. Как смотрите, как они просто все вместе стоят, обнимаются. Вы же просто ему отомстили. Да. Ты специально, чтобы он понервничал, как да. Вы пусть сидели. Теперь пусть все он... зависит от него. Когда Игорь собирал пазл, вы знали то, что он и до этого собирал, и у него получится. А пятнашку он собирал?
Не знаю. Не знаю. Хотя бы в детстве. Мы были вынуждены его поставить, так как он капитан же. Вариантов нету. То есть, а так я бы хотел. Я играл, забрал. Никто его не спрашивал, умеет он не сразу, но я просто какой-то маленький опыт имею. А зачем его еще в команду взяли? Это он нас всех собрал. Понятно. То есть там без выхода, да? Вы обязаны с этим смириться. Birinchi yarim finalchimiz aniq bo'ldi. Koryo In jamoasi Offroad Travel'dan oldinroq puzzle yig'ib, bizani quest'imizni, vazifalarini bajarib, ochib, voltani olib, chopib bayroqni ko'tarishga ulgurishdi. Мы очень долго, все пытались попасть, кто-то у нас попал, но когда многие из нас очень долго не попадали, понимаете, там мы думали, что сегодня игра будет длиться где-то 2-3 часа, но обе команды выполнили очень быстро, это просто удача. Да. Вы тоже настолько это быстро сделали, это невероятно. Я думаю, нам не хватило, наверное, там вот 5 минут, ну 10 минут. И не 10, дотянуть. Мне кажется, 4 минуты, наверное. Ну, может быть. Игорь, я не хочу вас расстраивать, но вас уже не расстроишь, но во время того, как вы вот проходили этот, собирали пазл, команда вас не сильно так уж верила. Они отвернулись, и один человек вот так... Вот так, понимаете? Как вы думаете, кто это был? Да! Да, да. Кем он вам приходит, скажите? Отвернулись они не для того, чтобы не из-за того, что они не хотели его поддерживать, а чтобы не давили на него эмоционально. Да. Давайте уже. Да. А вот это вот все, это тоже эмоционально. Это был шаманский танец. Скажу, я сама была в шоке, когда вы попали в 16. Я так проходила. Вы помните, я вам не мешала? Я думаю, нет, им вообще тут мешать нельзя. Потому что он очень старый выглядел. Я только узнаю, что. Надо начинать заниматься собой. Он кольцо свое потерял там. Я шучу. Просто я смотрю нервно, я хочу еще. Да. А вы вот изнутри хоть немножко радуетесь, когда он один злится за вас, вот это вот делает? Как бы вы-то не можете у вас. Это я ему говорю, Коля, смотри, не нужен. А, это вы его, да? Готовы? Нет, давайте как Спанч Боб. Вы готовы, дети? Да, капитан. Отлично. Салам, вы готовы, ребята? Да! 5, 4, все вместе. 3, 2, 1. То, что Алга уже собрала третий дюфлик топ-потера. Давайте быстрее. Ага, отлично, берем, есть. Отлично, и мы видим то, что... Давай, чуть-чуть. Мы видим то, что Салям заканчивает первый этап, берет кольца, передает уже второй участнице, и она начинает. Концентрация! Хорошо, отлично. Неплохое начало. А мы видим то, что Алга у нас отстает. Но сейчас наверстает. Уже кем полный карточка, да, Харин? Карточек осталось очень мало, но ей нужно поторапливаться. В прошлый раз, когда мы в эти ящики кидали, честно сказать, я не верила, что она вообще сможет попасть по пазлам.
В одну-два раза нельзя. Я увидела, что она довольно-таки редкая. Только у нее с памятью так себе, поэтому я решила выбрать там, где там будет память. А почему та девушка на крыльце стоит? Она сильная? Она ловкая. Столько волнуетесь, что и мы немножко взволновались. Угу. Да, есть такой момент. Передала свои волнения. Да, да, да. Не только вы, и с этой командой девчонки тоже очень сильно волнуются. Ух ты! Она реально спортсменка, 9 лет, смотрите, что она делает. У тебя там на палочке присоски нет, надо проверить. Как она как гуляла по базару, понимаешь, когда чарсу вышла. Да, да, да. Ну, вы молодец, конечно. Я перенервничала, честно. Я не нет ничего. Нет, молодец. Может быть, надо было вот эту девушку с этой поменять местами? Да нет. Нет? Нет. Все нормально. Все. Вот почему, говорите, все нормально. А да. Это ваша сестренка. Да. Все ясно. А вы не думаете, что нужно было ее поменять местами хотя бы либо с третьей, либо с первой девушкой? Нет. Это конкретно кровная, да, сестренка, походу? Это все понятно. Да нет, ну пальцы как? Не настолько еще. Вот она уже вся мокрая, искупалась, берген пуль ноклим, скорее хоз. Да, и у нас наша участница, которая занималась 10 лет спортом, просто молодец, дает деталь. И теперь наша прекрасная Ассаль будет играть в пятнашки. Есть картинка. У вас... Не, какая, мы не знаем. Там Маша и Медведь, скорее всего. Чего не хватает? Она в себя не верит. В себя? Мы все в нее верим, она в себя не верит. А все уже? Да уже, кидай левый. Ясно. Смотри. Так, команда, я говорю. Вот так раз. Может быть, нужно было поменять вторую участницу с первой, либо с третьей. Она говорит, а нет. Вот сейчас идеально все. Просто удача не улыбнулась. Диора, вы молодец! Спасибо! Вы сестрёночка тоже. Да, не дальше. Я вообще больше всех молодец. Зачем тебе пика? У неё кобальт есть. Поздравляем! А вы 10 лет занимались спортом? Вы видели, что вы вытворяли? Нет, вообще не стыдно?
Вы, может, вернетесь еще на две недели? На две недели? Я была в шоке. Вы вообще поняли? Вы как-то по базару гуляли просто. Вы могли бы там и сумку проверить, там, вот сюда убрать, так и можете туда сказать. Кореин! В общем, будьте осторожны, потому и что... Готовьтесь. Я смотрю на них, они вообще не собираются сдаваться. Кореин, готовьтесь. Да, вы тоже молодцы, но готовьтесь. Я тут люди вообще вон топор сломали. Готовьтесь. Индира, я рад тебе. Как вчера все прошло? Джен зона ставать чорак педал, не пикничку на дамы с буганом закинуть. Все именно так, все именно так. Я сейчас говорю. 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 Бригада хамда. Мы просто посмотреть джамоса. Все именно так. Два мощнейших коллектива столкнутся сегодня. Во второй четвертьфинальный день я прям соскучился. Хотел быстрее уже здесь оказаться. И в целом мы настолько хотим, чтобы быстрее наступили непосредственно сами состязания. Команды уже на своих позициях, участники заняли необходимые стойки. Ты готова? Конечно. Давай. 5, 4, 3, 2, 1, Слушай, у нас первое испытание, оно, кстати, удивительно на память. Это, по сути, это самый классический маджонг, но, тем не менее, удивительно, что уже с какими-то сложностями сталкиваются люди. Они не пытаются, знаешь, как-то найти карточки поближе друг к другу. Они почему-то вот прямо считают, что организаторы в абсолютно разных местах раскидали одинаковые картинки. Заметь, вот у него одна картинка здесь открылась, потом... Я заметила, что уже бригада Джамосе, да? Да. Пикинча джуплик топазе. Хоть хайрон қолдырыпты, нәрсе 4-нче жүптікті топты Дария ва сал алдынге сылжыды. Ва мана 5-нче жүптікті топты Дария. Она разгадала психологию организаторов, она поняла, где, собственно, лежат какие картинки примерно. Посмотри, у нее вместо глаз давно рентгеновское зрение. Мне понравился совет от участника, говорит: "Запоминай". Есть ощущение, что до этого Дарья такая: принципиально буду забывать все. Но теперь, после этой подсказки, я смотри, она сработала. Говорит, запоминаем, такая, хорошо. Вот, оказывается, так и правда проще. Слушай, они действительно идут на равных. Посмотри, я вот чисто визуально одинаковое количество плашек осталось и у той команды, и у той команды. Ребята, вы идете притык, надо поторопиться. Ой-ой-ой, команда бригада буквально в шаге, посмотри. Он открыл предпоследнюю пару. Последняя, элементарно. Дайте сконцентрироваться ему. Смотри, здесь в шаге. Дарья, она открыла предпоследнюю картинку. У нее последняя пара, она автоматом становится верной. Она должна перевернуть по правой картинке. Есть! Даша готова передавать кольца следующему участнику команды. Сейчас может все измениться. Кто его знает, будет ли он продолжать попадать бесконечно, вечно так же хорошо. Я баскетболист лучший. А для него что мяч, что кольцо, ты знаешь, у него законы чистые. Чунарный, вон за хаммаса. Майля, сыля, чунарный. У капитан, бля, там мам на глаза ерыши. Вы за это не переживайте. Мы не с ним убиваемся. Мама харень тортинчи сюда чисто, без узахтан кошмар с мункан, ва щунчаки битта кальтону чурсале болда.
кейнге этап бошланады. Атеге битті кальцо. Ой, что ты ждешь? Бригада Джамоса. Координатор принял? Координатор принял эту историю? Да, принял. Бригада Джамоса хозер. Топор, оли аптлер в Бергеликте кузатамыз. Каны, 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 пока нельзя. Каны. Да не жди ты. Скажите мне самое главное, вы получили удовольствие? Конечно. Да. Это был балдеж? Да. Круто. Как вам команда соперники? Молодцы, красавцы. Крутые? Удачи, мы сегодня их подбодрим. Да. Ребят, мы можем и даже нужем что-то пожелать всем в рамках Димаша Квеста. На камеру. Ребят, старайтесь, стремитесь к своему, достигайте, получайте крутую тачку, кайфуйте. Я считаю, что кайфуйте было ключевым. Спасибо большое. Спасибо. Мы просто посмотреть. Вы просто балдеж. Это победители. Победители, собственно, первый этап второго дня четвертьфинала, как это все сложно. Победитель! Короче, у ребят была простая тактика, надо выиграть, вот они и выиграли. Победа еще. Да. Еще впереди. Но мы доволились, но мы сизге ёрдан берді, улеге сейчвар. Ёшмизы. Мотивация. Мотивация и энергия. А вы говорили во время прохождения этапов, кто-то кому-то, ты знаешь ради чего? О чем это был вопрос? Не ради чего. Макс, первый, вы там ни о чем не подумайте. Стоп, давайте я скажу правду. Потому что я знаю. Это не ради чего, это ради кого. Да. Это. Да, и если ты смотришь на нас. Да, если ты смотришь. Скажи да, неплохой парень, ради тебя попал. Если ты смотришь это, Бигзот. Представьте, что машина уже у вас, и вот эта эмоция. Отдай ее в камеру. А есть? Какая машина? Давай. Какая машина? Какая машина? Исуза Тимакс. Самая первая. С конвейера. С презентацией. 3, 2, 1. Когда не проходишь, чувство такой пустоты. Ну, хотелось бы, конечно, сделать лучше. Хочется еще раз повторить. А, такое бывает. Поработаем, вернемся сильнее. Чорияны сонгі жамуалары хозыр озыро беллешады. Ва шундан сонг біз ярым финалге қарап, йол оламыз. Это правда. Команда слева, представься! Налево! Команда справа, представься! Налево! Вы готовы? Да! Эй, людей, ну-ка! Да! 5, 4, 3, 2, 1, погнали! Уша хайяджонге старт бердег асады. Чунки улардан ко'proq ham bugun biz hayajonlanyapmiz. Kim birinchi bo'lib? Ты знаешь, что после слова hayajonlanyapmiz не надо таким тоном. Kim birinchi bo'lib? Ты просто убила. Yo, nimaga bunaqa dedin? Sababi men bu yerga nazarim tushdi va bu bizning ishtirokchimiz ozgina to'xtab qolganini ko'rib hayron qoldim. Nimaga u birinchi daqiqalardan to'xtab qoldi, oxirgacha o'girmasdan. Keyin mundoq qarasam, координатор уларга асида қандай қилиб ўқиш кераклигини айтиб ўтдилар. Смотри, смотри, смотри. Вот он немножко координатор ему подсказывает. Кольцах все застряли. Торно. Они могут хоть час собирать. Ой, вот что вот эти мужчины сделают с кольцами. Вот это решит исход игры. Айфок Джамоса, бренчи шартны, тугятты, тезрох боринг, шинок. Оласыз, берите кольца и передавайте второму участнику. Мы видим, что Калеон, наверное, на секундочек 10 отстает. Это абсолютно, даже нельзя это назвать каким-то форой или преимуществом. Я сглазил его, да, видимо? Видишь, он прямо хорошо. Буквально каждый практически его бросок так или иначе летит к цели.
Sababi bilasizmi? Taxminan qanday qilib otishni, qanday og'irlikda otishni o'zlar uchun bilib oldilar. Lekin ko'ryapmizki, bularda ham hozir худ шу нарсаны кузатыпмыз. Они выровнялись. Я предлагаю нам с тобой сейчас просто понаблюдать, потому что интрига, потому что изнутри сколько же. Келин, шужаки кузатамыз ва бите нарса. Мана шу ерде айна азгина омат хар бирге керек. Команды, вы можете поддержать своих участников. Слушайте, у меня к вам тогда вопрос по поводу вашего испытания. Смотрите, у меня к вам вопрос по поводу... Мы с Индирой, например, оба подметили такую историю. Она начала быстрее. То есть в тот момент, когда она уже нашла две пары, вы не нашли ни одной. Но в какой-то момент вы просто ускорились, опередили и сделали. Почему? Вы поменяли какую-то тактику? Нет, я просто все карты открыл, запомнил, по крайней мере, позиции. А, серьезно? У вас настолько хорошо с памятью? Ну, больно, да, нормально. Фахридин, давай, вместе покричим. Фахридин! Давай! Фахридин! Эй! Фахридин! Эй! Фахридин! Эй! Амаса олдында ана яна бор! Фахридин! Будущий, давай! Сработало. Правда, что вам обещали поездку в Дубай? Билет купили? Нет, еще не купили. Вот мы только ехали, наш директор говорит, все, едем в Дубай, давайте, мочите там. Точно, да? То есть, прошлый раз вы тоже обещали. Даже если не пройдете в Дубай? Нет, если не пройдем, нет. А, то есть полуфинал равно Дубай. Стрессуете? Волнуетесь? Конкретно нервничаю. Вообще да, нервяк, да? Я там не переживаю, я за себя переживаю. Я правильно понимаю, это намного страшнее, намного хуже, если команда все сделала хорошо и просто ты встрял. Да! Стоило! Знаете что? Вот если после этого эта прекрасная девушка не купит им путевки в Дубай, я уже не знаю, нас вот это будет просто жестоко. Я вас беру с собой. Я еду, пока. Ты добилась этого. Последнее кольцо. Мы верим в этого парня? Определенно. Мы в него верим. Мы до конца верим. Мы до конца верим. Да. Так, парни, ну-ка, руки! Руки! И вместе, ну-ка, покричим. Ай, Фокс Джамолсы хамасыны битерды, икинчи шарты битерды в учинчи штрокчы кейнги шартке отты. Я там не переживаю, я за себя переживаю. Буквально шажок! Позакурамас, а я... Дымак! Есть! Победители!
насколько важен каждый участник. Насколько важен буквально каждый интерактив. Это у меня мурашки просто. Надо же сейчас еще их успокоить. Идемте. Я могу сказать одно точно. Диля, я бы тоже никогда не собрала. Я не играла эту игру. Нет, я вообще не играла эту игру. Ну это же. А представляешь, даже это не 15. Тут рисунок. Даже не 15. Это сложнее. Да. Вы буквально катком прошлись до 1/4. Даже самой 1/4 на самом деле очень крутой результат. Потому что я бы не собрал и вот эту часть Дили, честное слово. Это первый момент. Второй момент. Ребята, вы согласны с тем, что ваша команда отлично справилась со своими участками? Да, молодцы. Дили, и на самом деле вы тоже все очень классно сделали. Вы правильно распределили все. Да, вы все верно сделали. Поэтому дело за малым. Обнимашки. Идемте! Вы огромные молодцы. Обязательно за демонстрируйте. Не-не-не, обратно. Давайте, 3-4. Калион! 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 Это было волнительно. Меня зовут Диля, фамилия моя Юсупова. Команда называется Калион. Капитан команды. По поводу Дубая, как я обещала, что мы выполним. Тут поступило предложение поехать на пикапе в Дубай. Ну, а почему бы и нет, мы можем. У нас было запланировано Стамбул, именно автопробег, и Южная Корея, кстати. Поэтому, в принципе, мы можем поехать и на новом пикапе. Меня зовут Ирина, я менеджер в компании Калион и участник также нашей команды. Спасибо вам большое, организаторам спасибо. Мы увидели такие локации, вообще в жизни бы не приехали, все равно было интересно участвовать. И позитивно, и увлекательно. Спасибо большое всем. Буслар артырдык. И мен бу узак жойларга бардык. Биз өзү путешествияны жакшы көрөбүз, көп жойларга жүрөбүз. Бу мен шунака жойларга келиш менен насип кылды Айдар көлгө. Биринчи мартта келишибиз. Эгер поезд болмаганда, уже бу жойларды басына хам көрмөгөн болардык. Перед нами последние победители четвертушки. Это Айфон! Одно дело победа. Ну, то есть, в прошлый раз вы выиграли, но в этот раз радости было больше, криков было больше. Есть такое, что вот... Есть, конечно, вот так, была когда... эпичная победа. Фух, сейчас уже как, релакс или до сих пор вот мурашки бегут? Есть адреналин? Есть эйфория. Круто. В полуфинал с каким настроем мы идем? Только за победу. Победить. Исключительно? Только победить. Точно? Да, он будет победу. В команде? Парни, мы вам желаем удачи в полуфинале. Мы надеемся, что вы придете с максимальным настроем и просто каточком. Но, как и всегда, мы предупреждаем, мы желаем этого буквально каждой команде. А сейчас, как настрой, ребята? Готовы к полуфиналу? Тогда 3-4, iFox. 3-4! iFox! Дима Гайзлер, чорак финал озны хоясы кетті ва біз ярым финалге йоло япыз. Слар билан кемін индирами втахау хамды азызча. Слушайте, это было очень потно. Но зато команды, которые прошли, это, ну, фактически best of the best, потому что, ну, а как иначе, это Алга, Кариоин, iFox и Бригада. Эти четыре команды столкнутся друг против друга 11 ноября. Буквально в один день все проведем. Два батла, два финалиста, которые уже 25 ноября будут бороться за Димакс. А мы подводим итоги четвертьфинала и хотим сказать огромное спасибо тем, без кого эти игры, без кого Димакс Квест просто-напросто бы не существовал. Это наш генеральный партнер Ипак Юлибанк. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы с нами. Это наши партнеры строительные смеси Мегамикс, самые надежные, самые невероятные во вселенной, как мы это говорим всегда. Моторные масла Тоталь. Спасибо, что мы сюда доехали в таком потрясающем комфорте. Вебзалинг информационный партнер Нарамаз, Репост Уз, Хамда Уз Репорт ТВ. Ну и, конечно, огромное спасибо тем, кто все это придумал. Это сам автор, ребята, которые сочинили и осуществили Димакс Квест. Демек, біз ярым финалге йол алдық, ва өрте торты джамо озара белешады. Бу iFox джамосы білян Бригада, хамда Кореин білян Алға. Сіз қайсы джамоге мухлистик қылыяпсыз? Комментарияда қолдырын. Агар бізаны эфир орқалы көрепкен болсаңыз, сам авто YouTube каналы кіріп, комментарий қолдырын. Слушайте, да в целом, наверное, не только YouTube. Подписывайтесь на наши все социальные сети, чтобы быть в курсе происходящего. А мы уже увидимся где-то на этапе полуфинальном. Всех обожаем, целуем и обнимаем. Пока-пока.